Болдуин-стрит – это необычная улица в Новой Зеландии, в городке Дунедин. Эта улица признана самой крутой в плане уклона улицей в мире. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Улица длиной 359 метров поднимается почти на 80 метров, а это приблизительно 13 градусов. При этом на самом крутом отрезке в 160 метров она поднимается на 47 метров, что создает уклон в 19 градусов. Улица стала настолько популярной, что на ней ежегодно проводятся спортивные мероприятия. Каждое лето с 1988 года собираются сотни желающих поучаствовать в соревнованиях. Суть состязаний заключается, конечно же, в бегах. Вначале вверх по склону, а потом вниз. С каждым годом количество желающих принять участие в забеге увеличивается. Слава Болдуин-стрит вызвала некоторые противоречия после того, как выяснилось, что изначальная запись в Книге рекордов Гиннесса была основана на типографской ошибке. Из-за этой опечатки получилось, что по записям улица круче, чем есть на самом деле. Однако после всех перепроверок улица сохранила свой титул как самая крутая улица в мире.